приехали пораньше, планировали, конечно, еще раньше, но не удалось. Уже светлеет, а мы стараемся побыстрее поставить жерлички. Ставлю вначале глубину еще без живца. 3-4 отмота назад, потому что тут мелко, здесь очень много травы. Вот, это вся глубина тут, около метра. Ищем рыбку. Все самые живчики плывают, не хотят. Хорошенький. Цепляем его аккуратненько. Шиблоночка. И отпускаем. Не забываем снять стопорок, а то рыба не клюнет. Я обычно ничем не Так, ребята, всем привет. 21 января. Выехали сегодня с другом на рыбалочку. Вот на такую речку. Там дальше идет прудик за кустами, но мы решили расставиться на речке. Вот, взял я с собой 10 жерличек, уже установлены. Приехали, было еще темно, вот, снимать было практически невозможно. На улице морозит, сегодня градусов 15, но нас это не останавливает, поэтому будем пробовать. Достаточно щучки, окуня, но мы приехали за щукой, поэтому будем надеяться на много рыб. Вот, нравится мне этот пруд, часто я сюда приезжаю летом на лодке, ну и без рыбы, в принципе, я не был никогда. Вот, речки, забурился, сейчас будем пробовать на балансир, а то очень как-то прохладненько. Так, жерлички пока наши без подъемов, будем пробовать на балансир. Сидеть, мерзнуть и бездействовать тоже не вариант. Вот такой у меня балансирчик, прикольный, достаточно много щуки на него поймал. Глубина здесь небольшая, метра полтора. Не хочет щука пока активничать, но мы ее обязательно найдем и, надеюсь, сегодня будем с ловом. Самое главное — пробовать, надеяться, конечно же, искать. На одном месте практически невозможно много наловить, особенно щуку. Нужно ходить, буриться, искать. Может стоять на центре, может стоять возле кустов, в траве, в камышах, ее не угадать. Была поклевочка, друзья, но не успел я на нее среагировать, даже не ожидал. Возможно, подойдет еще раз. Вот она. Опа! Еще одну поймали красавицу. Нифига себе. Сразу на все зацепилась. Нужны кусачки. Так, еще один сход. Посмотрим, что будет здесь. Не хочет пока мотать. Хотя на предыдущей было то же самое. А потом начала подсек, леска оборвалась. Скорее всего, обломку цепанулась, порезала.
летит, ребята. Вот она. Первая. Маленькая, конечно, но все равно приятно. Ну вот, поймал я такую фишку маленькую. Конечно же, мы ее отпустим. Плыви. Такие нам не нужны. Так, друзья, еще один подъем. Сильно не торопимся. Смотрим, что у нас здесь. Мотать не хочет. Ну, подождем минутку. Бывает такое, 2 и 5 минут приходится ждать. Она рыбу заглатывает и стоит с ней на месте, пытается ее проглотить. Ну, пока тишина. Надеюсь, не холостой. Запуталась еще леска. Нет, друзья, скушала нашего живца, но ничего страшного, поймаем еще. Так, ребята, еще один подъем. Вот она мотает. Надеюсь, засечем. Подождем немножко. Сидит, ребята, сидит. Вот она, красавица. Так, ребят, вот такую щучку мы поймали. Блин, засеклась изнутри за глаз. Не знаю, забирать, конечно, не хотелось бы ее. Сейчас посмотрим, если получится ее без ущерба. То мы ее отпустим. Блин, очень плотно сидит и прям за глаз. Это печально. Крючочек мы достали. Блин, щучки, к сожалению, очень досталось. Это печально. Брать я такой экземпляр не планировал. Поиски рыбы не прекращаются. Ходим, буримся, ищем еще.
попробуем здесь. Ну вот с самого утра была тишина, не клевало совсем. Ни у нас, ни у соседей наших, ни у кого. И вот в течение, наверное, 15-20 минут 4 подъема. Одна, к сожалению, у меня оборвалась, начал подсекать и обломку секанула леску, не вытащил. Вторую грамм на 400, на 500 я поймал. Рыбка поплыла дальше подрастать. Вот. Денис одну вытащил. И два хласта их было. Ждем дальше. Живец снова расставлен, жерлицы стоят. Денис он пошел еще дальше по ручью. 5-6 штучек поставил. Я пока пробую на балансирчик поискать. Тут еще ловить тяжело. Много травы, много коряк. Вон, сами видите по лунке, то, что все в траве. Глубина 1,5 метра это максимум. Во многих местах она еще намного меньше. Вот, поэтому приходится некоторые лунки пропускать, потому что ловить на них, к сожалению, практически невозможно. Каждый второй, третий подъем и балансир в траве. Улетел флажок, смотрите, как клюнуло. А может быть это живец, я пока не понимаю. Но немножко сейчас мотало, когда мы подходили. Сидит, ребята. Оба-на. Малюська. Гляньте, как агрессивно клюнуло. Аж флажок в сторону улетел. Вот он. Сейчас достанем живца. А, прикусила. Хорошо-то зацепилась, гляньте. Как я еще заметил издалека, смотрю, флажок лежит как-то странно, неестественно. Ава, карасик, живой еще, смотрите. Ну, отпустим, у нас есть другие. Уплыл. Говорят, плохая примета выпускать оттуда, куда поймали. Пойдем выпустим ее в другом месте. Их детишек мы, конечно, не берем. Поэтому плыви, расти. Приеду летом, поймаю. О, на прощание хвостиком помахала. Еще один подъемчик. Сидит. Оба-на. Засеклась. Наконец, 1,5 часа не было подъемов. Один холостой и, наконец-таки, рыбка. Ух, аж адреналинчик выплеснул. Маленькая, но сколько радости. Мы уже замерзли сидеть. Даже не глубоко заглотила. Такая красавица. Сейчас поплывет обратно. Еще вот один подъемчик. Но пока не мотает. Как-то жерлица у меня сбоку стоит. Видимо, в темноте я криво ее поставил. Сейчас подождем минутку, посмотрим. Надеюсь, не холостая. Долго ждали, поклевок не было. Будем пробовать подсекать. А-а. Живца скушала. И уплыла. Ну вот и подошла к концу наша рыбалочка. Неплохо сегодня, конечно, отловились. Под вечер немного ветерок поднялся. И вот тучки
прилетели. Днем прям вообще кайфовая погода была, солнышко, тепло, а шапку снимали с перчатками. Вот. Неплохо поймали, сколько, 6 или 7 щучек я поймал, один обрыв обидный, лунка замерзла и срезала, блин, подсек обидненько. Ну, ничего страшного. Блин, вот на то место ставок не было вообще, там глубина вот такая и одна трава. Это уже просто по приколу, он 5 щучек туда поставили. Я думал, то, что весь клев будет здесь, вот где я стою, подо мной прям русло, река протекает, и здесь как бы хорошая глубина. Но, как показала практика, на глубине рыбы почему-то не захотелось ее не клевать. Мы здесь на вот этом русле не поймали совершенно ничего вообще. А там в траве вообще в кайф, все подъемы там. Там вот соседи сидят, у них тоже в траве все это стоит. И, в принципе, тоже, не знаю, при нас, наверное, штук 5 они достали. С балансиром проходил сегодня просто кучу времени, наверное, лунок 30, а то и больше я пробурил. Один у меня ударчик был неплохой, и вот одну небольшую щучку все-таки на балансир удалось мне поймать. Ну, конечно же, она уплыла, таких мы рыбок не берем. Вот, одну пришлось забрать, подсеклась очень неудачно, прям за глаз, проколола глаз себе насквозь, ну и аккуратно вытащить не получилось. Ну, заберем, не пропадет, закоптим, скушаем. Итак, всем пока, прощаюсь, еще встретимся.